Здравствуйте. Утром 30 сентября 2020 года на федеральной трассе Москва-Балтия в Псковской области произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с сидельным тягачом Volvo. От столкновения четверка превратилась в груду металлолома. Ее 24-летний водитель от полученных травм скончался на месте. Столкновение произошло на территории Великолукского района около деревни Михальки в 7:25 утра. По предварительным данным, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем марки ВАЗ-2104, на 459-м километре трассы Москва-Балтия уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с большегрузным тягачом марки Volvo с полуприцепом. В результате сильного столкновения водитель легковушки скончался на месте. Как позже выяснилось, в ночь на 30 сентября он угнал этот автомобиль от гаража дома по улице Бассейной в Великих Луках, где и сам, собственно, проживал. Владелец снял с автомобиля аккумулятор для подзарядки и не стал его закрывать. Молодой человек нашел необходимый аккумулятор и отправился в сторону поселка Кунья, где и произошло роковое столкновение. Погибший молодой человек, как выяснилось, уже имел судимость за подобное преступление. На месте работали сотрудники ГИБДД. По данному факту ведется проверка. Обстоятельства выясняются. Берегите себя и будьте крайне внимательны на дорогах. Всего вам доброго, всем пока!